Привет всем! Сегодня я делаю необычную для себя вещь. Это конфетница или вендинговый аппарат. Здесь два отделения. Можно здесь, например, тик-так, здесь другое отражение или еще. Вот у меня три вида. Они все разные по форме, по размеру, по толщине. Сейчас посмотрим, какие из них хорошо будут работать с моей конфетницей. Крышечку снимаем и посмотрим. Ну, самое простое — это тик-так. Они маленькие. Смотрите, как много. Да. Сейчас как посыпется. Так. Соберу все. Второй вариант. Мэндэнс. Тут уже побольше дрожжи. Они... Ох, как! Вкуснятина. И Skittles. Здесь дрожжей еще больше. Они чуть шире, толще. Посмотрите. Вот Skittles, а вот M&M's. Ну, вылезай. Вот. Разницу видите, да? И посмотрим. Раз, два, три. Ого! Взрыв радужных вкусов и M&M's. Здорово! Сейчас будем строить. Эти штучки, чтобы наши конфетки быстрее проходили. Здесь я делаю что-то похожее на бортик, чтобы наоборот конфетки не разбрасывались слишком далеко, не катились по столу. Мы дошли до момента, когда нужно делать задвижку. Делаю такой ограничитель, хотя это скорее для красоты. Она все равно туда дальше она не проскользнет, не упадет, потому что сверху у нас будет здесь тут зафиксировано. То есть ограничитель ходит только так. Входит и выходит. У меня была идея еще сделать вот такой момент,
чтобы вообще он не выходил до конца. Здесь дырочка есть. И просто туда-сюда двигался. Но в такую узенькую щель проходят в основном только тик-так. То есть, если вы хотите сделать для тик-так, можно прямо вот это сделать, и ваша задвижка никуда не потеряется. Ну, поскольку у нас еще и толстенькие M&M's, и Skittles, то будем делать по-другому. Забыла. И вот вы видите, она уже никуда не ерзает. Только вставили, вынули, вставили. Много таких цветов разных, конфетных, леденцовые вот эти прозрачные детальки. В общем, веселенький такой. Веселая конфетница. И здесь через прозрачную детальку можно увидеть, полная конфетница или нет. Насыпали что-нибудь сюда, есть ли там конфетки. Все как в настоящих вендинговых аппаратах. За стеклом выбирайте, что там у вас лежит. Так, закрыто. Ну что, на чем проверим? На тик-таке. Вот тик-так. Вот M&M's. Я уже тут съела кучу конфет, пока раскладывала детали. Такая. Оказывается, лего вредно для зубов. Бедное занятие. Ну и давайте Skittles еще попробуем. Так, ничего нет. Видите, если нет вот этой штучки, выпадает. Да? Если... То есть это уже по вашему желанию. Хотите, добавляйте. Хотите, нет. И сюда тоже. И что тут получается? Вот так. Так. Еще с крышечкой. Отлично смотрится. Ну, можно младшему брату или сестре, друзьям такое показать. Забавная штука. Построю крышечку. Она не обязательно, конечно, для конфетницы. Без крышки конфетница тоже будет работать. Ну, согласитесь, приятно, когда ваши конфетки, и мне угрожает не случайно какая-то вода попасть, не мусор. Все закрыто. И вот здесь вот посадочное место для крышки. Накрываем. Работаем. Ого! Это Skittles. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.